Афиша на телеканале «Культура», театр, музыка, изобразительное искусство в России и мире 3 января. МХТ имени Чехова показывает на основной сцене сказку «Конек-горбунок» в постановке Евгения Писарева, а на малый премьерный спектакль «Белоснежка и семь гномов». Оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» дают в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. А в камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского – опера Чайковского «Черевички». В спортивном комплексе «Олимпийский» для детей – уникальное театрализованное новогоднее шоу «Рыжий Ник» и «Мастерская чудес». А во Дворце спорта «Лужники» – ледовое шоу Татьяны Тарасовой «Спящая красавица» на музыку Чайковского. В главной роли – злой феи Карабос Ирина Слуцкая. В Политехническом музее продолжается выставка анимационной студии «Пилот» под названием «А может быть ворона», посвященная памяти основателя студии, замечательного кинорежиссера Александра Татарского. Омский музей имени Врубеля представляет выставку «Николай Чудотворец, прославленный во всех концах земли», посвященную образу Николая Мерликийского в иконописи. В экспозиции более 40 живописных и меднолитых икон из собрания музея. Рождественскую драму митрополита Дмитрия Ростовского «О царе земном и о царе небесном» играют в Волгоградском молодежном театре. В Новосибирском городском театре под руководством Сергея Афанасьева спектакль по пьесе Михаила Рощина «Спешите делать добро». А в саратовском ТЮЗе имени Киселева «Зимы не будет» – постановка Екатерины Гороховской по пьесе Виктора Ольшанского. Выставка коллекции Боткиных продолжается в Русском музее. В экспозиции памятники древнерусского искусства и археологические находки, а также собственные живописные работы из собрания художника и коллекционера Михаила Боткина и рисунки и гравюры российских мастеров из коллекции знаменитого врача Сергея Боткина. Мариинский театр показывает балет «Щелкунчик» в постановке и оформлении Михаила Шемякина. В Малом драматическом театре «Театр Европы» играют спектакль Льва Додина по роману Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Театр «Берлинер ансамбль» представляет премьеру. Клаус Пейман поставил спектакль «Смерть Д'Антона» по пьесе Георга Бюхнера. Лондонский Оливье театр показывает свою версию пьесы Шекспира «Комедия ошибок». Режиссер-постановщик Доминик Кук. В главных ролях Ленни Генри и Люсиан Масамати. В Цюрихском Шауспильхаусе играют спектакль Кристиана Штюкле по роману Танкреда Дорста «Мерлин или пустынная земля». В Музее американского искусства Уитни проходит выставка под названием «Дэвид Смит. Объем и анархия». Дэвид Смит – американский скульптор и художник. Родился в 1906 году. Учился в университете Огайо. В 1926 переехал в Нью-Йорк, где присоединился к студенческой лиге искусств. Позже Смит купил фирму и обустроил там студию, где создавал трехмерные объекты из дерева, проводов и других подручных материалов, а затем начал работать с металлами. Во время Второй мировой войны Смит работал сварщиком, а после войны использовал эти навыки в своих скульптурах. Он лауреат престижных американских премий в области искусства. В 1965 году Смит стал членом Национального совета искусств Америки.